К сожалению, статистические данные свидетельствуют о том, что самый высокий в стране показатель зарегистрированных психически больных пациентов именно в Латгалии. 8 марта в Даугавпилсе прошла конференция, организованная Латвийским обществом врачей. На встречу съехались медики со всего государства, которые обсудили актуальную тему психического здоровья и его значимости в обществе. Я очень благодарен профессору Ансону, который согласился это организовать. И я очень благодарен всем тем лекторам, которые приехали из разных городов Латвии, а особенно тем коллегам, которые сами из Даугавпилса, которые здесь ищут новейшие методики лечения, которые здесь пробуют найти самое лучшее для пациента, которые вообще-то ставят пациента в середине проблематики. Благодаря команде опытных врачей и трудолюбивому коллективу Даугавпилсской психоневрологической больницы это медицинское учреждение стало лучшим в Латвии в 2013 году. Председатель правления Сарми Текикуста рассказала о реализованных и запланированных проектах, которые направлены на достижение еще больших результатов. Она отмечает и то, что очень важно поддерживать сотрудничество между врачами, обмениваться информацией и опытом. Я очень рада, что у наших врачей была возможность выслушать компетентных, знающих, умных лекторов, которые являются светилами в своей области. То есть были представлены очень разные темы, очень разные рефераты, но все так или иначе связаны именно с психическим здоровьем. В решении проблем, связанных с психическим здоровьем населения, немаловажной является роль семейных врачей. Психическое здоровье наших пациентов – это общая работа. Семейный врач первый видит его проблемы. Поэтому у нас с психиатрами, психотерапевтами и сексопатологами должно быть налажено сотрудничество. И Даугавпилс – это город, где пациентам все это доступно. Заботясь о своем физическом, эмоциональном и социальном благополучии, мы создаем и здоровую общественность. Но достойное качество жизни каждого латвийца в первую очередь должно обеспечивать государство.